А если не плавать, то как вы отдыхаете? Вот, или вы вообще не отдыхаете, вы трудоголик 365 дней в году? Не, ну что ж, только плавание можно отдыхать. Нет, я, вот, конечно... Да. Какие варианты? Ну, мне нравится, что моя работа, это, в общем, моя жизнь, и здесь мне все хорошо. Я не могу сказать, что я вот прям отдельно у меня работа, отдельно отдых. Но, конечно, главное... Разрядка – это путешествие, это движение. Я очень люблю водить автомобиль, я очень люблю дороги. Я, в общем, не устаю за рулем. Гоняете? Ну, я гоняю, да. Честно, я стараюсь, конечно, достаточно аккуратно ездить, но скорость я превышаю, каюсь. Но сейчас большую веду работу над собой. Но благо сейчас есть загородные трассы хорошие, платные дороги, вот где можно действительно... оторваться уже по скорости нормально. Но, в принципе, вообще дорога, даже не обязательно на ней куда-то лететь и нестись, она меня очень умиротворяет и очень успокаивает. Я в дороге очень многие вещи придумываю. Вот это еще ожидание перед дорогой, оно очень... Вот если ты знаешь, что это вечером или там днем ты поедешь, вот это вот часов там 5-6 до этого путешествия, даже если ты знаешь, куда ты едешь, вот это дорожное, оно до сих пор, хотя, казалось бы, уже мало что может еще так как-то будоражить, вот оно меня будоражит. Какое-то такое что-то щемящее такое есть, вот впереди поездка такая, там часов хотя бы на 5 за рулем, уже хорошо. А так, в принципе, я могу до 15 ехать даже не часов без остановок, в общем, ну, кроме заправок.